это фотографии ребят, жителей Устнеры, которые оказали мне неоценимую помощь в проблеме с колесом, не считаясь с личным временем. Температурой было очень холодно. Нашли более-менее подходящий диск, который пришлось немного рассверливать посадочные отверстия. Подобрали более-менее подходящую резину. В общем, затратили на меня уйму времени. И причем категорически отказались от материального вознаграждения. Я был в шоке. Значит, фотографии это Евгений Горбань, братья Васильевы, Григорий и Иван. И четвертый, я, к сожалению, даже не знаю его имени, это следователь уголовного розыска. Вот такие замечательные ребята работают, живут в Устнере. На трассе я на привалах неоднократно о них много рассказывал, дальнобойщикам, там, работникам кафе. И все в один голос заявляли, что на северах не принято брать вознаграждение за оказанную помощь, за оказанную поддержку. В общем, в моей памяти они оставили неизгладимый след. Я ехал и свернул это, не знал же дорогу, навигаторы, все это, интернета и нет. Вот сюда вот налево. Сейчас посмотрим, если есть кто здесь. Одно нету, все, крах. Да. Подъедем, спросим. Либо поцелуем замок, либо повезет тебе. Вот, видите, какая резина? Ех, она приходит. Она, можно сказать, нулевая еще. Шиномонтаж, значит, по всем столбам на расстоянии там 100 километров. Номер телефона. Вроде он 7500 километров, можешь развешать спокойно, особенно грузовой. Вот этот шиномонтаж, он вроде бы на дороге, но вы уже не видите его. И тогда, говорю, от клиентов не будет отбоя. Эвакуатор, шиномонтаж. Эвакуатор есть. В любое время, я говорю, вот 100 пудов. Это моментально окупится.
на расстоянии, говорю, вот, да, убить там, затраты на объявления на эти. Здесь даже не надо этого вешать. Здесь, как вам сказать, здесь сарафанное радио работает. И это само собой. Это еще. Значит, а вот если вот открыть возле заправки прям, вообще вот любое дело было бы. Да. И плюс ко всему, к этому, значит, радио на 15 канале, радиостанция. Да? Это, ну, помощнее взять, чтобы далеко было слышно. Вот. Здесь грузового шиномонтажа вообще нет. Вот. Ближайшие тысячи туда, тысяча туда. Это... А здесь это вот перевалочная база получается, наверное. Вообще шикардон был бы. Я говорю, вот надо... Сейчас прямо. Найти нишу. Это финансовый бизнес, и ее занимать. Если этого нету, значит, мобильный шиномонтаж там или... На мобильный дорого, очень направо? Дорого. Прямо-прямо. Я скажу, как это там повернуть. Вот. Мобильный, получается, он выходит около 2-3 миллионов. Я понимаю, это оборудование. А вот теперь представьте, вот, допустим, вы стоите где хотя бы за 100 километров. Это не Москва, здесь дороги это. Ну вот, Volkswagen Amarok, его чтобы притащить. Ну, больше 130 километров. Его надо было протащить. Ему зарядили 70 тысяч. Почему? Потому что из этих 70 человек получит всего 20. Ну, значит, есть вот экономические законы, да, которые говорят, есть норма прибыли, есть масса прибыли. Да. Вот. Поэтому, чтобы пошла информация, реклама, вот на это нужно давить. А вот за той аркой направо. Вот здесь. Здесь направо? Да. Лучше так не нырять, лучше по своей стороне ехать и меньше кочек будет. А вот меня уже это натренировала эта трасса. Блин. По трассе там смотришь, а след хороший. Все, ты по нему встал и пошел. Да. Я даже на ней стараюсь, как вам сказать. Здесь хоть и глухая, как он правильно, глухая, а это очень мало машин есть. А противник-то останавливался с кем-то, да, на тралле? Два тралла? Он там был. Я приехал, он там это стоял. Я приехал, колесо это самое, стал накачивать компрессором. Накачал, стал садой и все. Он так смотрел, смотрел. Видит, физиономия расстроена, говорит, не переживай, батя, сделаем. Я просто был в шоке. Я такого человека, да, ни разу в жизни не встречал. Вот сейчас вот был этот парень. Он мне помог первый раз, когда достал этот свой ремкомплект. Ни копейки не взял. Я в шоке. А здесь и, это, вы не путайте маленечко с и, этим. Иван, ну то же самое, он снял, заклеил, перевартовал, снова перевартовал. Я говорю, не, блин. Сюда это, да? Да, где-то здесь это. Да, наверное, вход. Сейчас будем искать, я сам здесь впервой. Замок, 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 замок. Давайте назад выйдем. Здесь это? Куда? А, назад? Здесь вот он тоже шиномонтаж. Нахрена он здесь? Ну,
стоит. Где? Там кто-то есть, что ли? Наверху. А, не, это уже забыл. Здесь? А, тоже нету номера. Ладно, тогда до Гарипова поедем. Сейчас назад на трассу. На трассу? Да. Когда сгорел гараж, он быстро-быстро засобирался отсюда. Сожгли здесь? Да. А там машины стояли по 8, по 10 миллионов. Застрахованные? ОСАГО? Как ОСАГО он получит? Он очень-очень быстро отсюда свалил. Показывает, сколько пустого банка. Место банка на 15 литров. Подъезжают до заправки. Не на этот ориентируйся. Налево, направо. Налево. А, на трассу же, да? Да. Шарап купить, что ли, да эти дырки заделать. Показывали по телевизору, как неровности на асфальте берут лапшу доширак, туда заливают. И здесь хотя бы просто три самосвала бы и раздровнять. Все, да. Грейдер, сюда грейдер, чтобы вот имеющиеся кочки поснимать. Блин, ну почему вот так вот? Сам же руководитель там, кто тут же ездит. Они тут ездят максимум. Ой, минимум на крузаках. Ну и что, это не стыдно самим, что ли? И он собирается несколько жизней прожить. Раз, вы знаете, как вам сказать? Хотите верьте, хотите нет. Просто судьба наказала человека самого. Глава автодора едет, сходит сель. И крузак прям попадает. Благо то, что все живы. Дорожники, я ни разу не видел, чтобы грейдер ехал больше 60. Ну, мне казалось, он летел там. Ну так. Вот стоит Путину сказать, надо посетить. Вот. Поселок, я уверяю, сделают дорогу моментом, ну там за месяц. Да вы что, весь поселок перестроят сразу. И поселок, и все. За полмесяца все сделают. Так вот смотришь, какая мощная сила, власть этого человека. Вот здесь, вот я вам так скажу, здесь золотое дно. Здесь только можно, вот золото, вот мы по золоту сейчас едем. Высокая концентрация золота. И все только вымывают отсюда. Все. В прямом, сука, смысле слова. Я скажу одно. Вот алчность людей
Да, до добра не доведет. Самый страшный порог, один из самых страшных пороков. Налево сейчас. Так, ты на трассе? Еду. Да, я на трассе. А сейчас мы выехали на федеральную автодорогу Колыма. А вы думали, то, что здесь федералка, значит, все нормально, да? Нет. Я думал, что дорога не хуже, чем Лена была 3-4 года назад. Я думал, не хуже. А по сравнению с Леной, Колыма вообще, вернее, Лена цветочки. Цветочки, да. Так, если что, гостишка, вот видите, бочка стоит, налив. Угу. У нас в простонародье это налив называется. Там гостиница, кафешка есть? Да не, я в машине. Я в этом не питаюсь. Вот, ну, уже многократно был наказан. Мне, во-первых, нельзя жареное, соленое, кислое, вредное. И это на будущее. Не хотите язву заработать, я то... Я с собой вожу. Ну, я вот там тушенка. Ну, вот это, бич-пакет с тушником смешиваете? Да. У меня был однажды сильнейший приступ от того, что поел в кафе под Пензой. Так что я до Москвы еле живой доехал. Нет, и на другой день меня на операцию. Здесь, я вам так скажу, здесь если невкусно приготовят, никто не проваливается. Да, я согласен. Но я не прям могу. Сразу сарафанное радио работает моментом. Да. И сами повара таких пиздячек получат. Да. Извините за выражение. Да. Я вот останавливался на ночевку вот в Кемеровской области. Две сестры называется. И там дальнобойщик один не там, а он на трассе под Красноярском что-то поел. И вот по радио передает. Моментально я по трассе еду, а уже по радио дальнобойщики передают. Да? Там вот эта кавказская русская кухня, да? Не, прямо. Вот. Русско-кавказская кухня. Это заправка здесь, да? Нет, здесь вот получается, мы вот отсюда выезжали, заправка туда дальше. Передает ни в коем случае, чуть, ну, кони не кинул после еды там. Русская кавка, и все, и понеслась. Вот сколько я ехал, там день, наверное, вот такую информацию тебе давали. А рацию вы поставили еще в Москве, да? Да. Да я всегда их с собой брал. Да тут система меня отслеживает каждый метр. При желании даже могут прослушать, что я тут в салоне говорю. У меня было серьезное ДТП на трассе Амур. Уже лет 5, наверное, назад. Тащил меня на буксире дальнобойщик. И на подъеме правый поворот, скорость 88 км зимой на гибкой сцепке. Ну, трос порвал, эта сцепка порвалась, меня в забор. Вот. Пока я потерял сознание, пока пришел в себя, мне уже звонят, что случилось. Потому что ехал, двигался прямо, да, и вдруг машина в обратную сторону развернутая стоит. Да уж. Двое суток торчал. Зима, минус 30. Что такое? Амбар. Так, нам надо вот куда вот этот Ниссанчик завернуть, там туда же.
много. По дороге прямо налево. Налево, налево. Автосервис. Да, здесь уже кинуть ее. Шаг, чтобы не мешаться. Тут будет ездить, наверное, кто-то. Ну, разве что вот это я вижу. И да, там только одно слово скажи, тут же десятки набегут со слугами, со всеми прибамбасами. Здесь вот, вы сами видите, по два, по три шиномонтажника стоит станка. Ну вот, поближе к трассе взять землю в аренду на 50 лет. Здесь еще больше, я вам скажу, приколюха, здесь ее даром дают. Ну, тем более. На освоение. Так, уезжаем налево, направо. Давайте лучше вон туда. Через это. Через пятак проедем. Прямо. Прямо? Да, да, да. Да, 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 направо. Ну, уже она сверху вроде бы ровная. Так. Чтоб вспомнить, куда я кидал.
Короче, мысля такая только. Берем, сейчас это, знакомый освободится, мерим, если 5-114, как-то хоть налазят, эти колесо и все. Только так, больше никак. Это на докатку, да? Да. А вот это кидаем туда-назад, а оттуда сюда. Компрессор есть? Есть. Ремкомплект. Я готовил дома, забыл, наверное, вот этот баллончик. Это дело под давлением, если прокол, что на трассе. Колесо спустило, подключаешь его под давлением до 2,5 атмосфер. И потом все на монтажнике у вас так матерят. И сразу этот надо двигаться, чтобы это колесо, по колесу оно равномерно распределилось. И она плюс к этому ко всему. У нее потом после этого с взаимодействием с резиной, все на монтажнике, когда разольют ее, они это так матерятся. Там такой запах стоит невыносимый, такое ощущение, что сырого дорога. Да, сейчас тогда доедем, дождемся начальника, наверное, освободиться. Так. Что еще? Такая природа красивая, шикарная. Руки сюда, головы, и народ будет жить, люди будут радоваться. Не будет. Здесь до минус 70. Вот поэтому и будут эти экстремалы, эти вот. Не так, чтобы привезли, вот выбросили на улицу людей, а так, чтобы была гостиница там с отоплением, полностью комплекс туристический. Люди потянутся. Сейчас, секундочку, еще позвоним. Сейчас, где машина завернула, там на пятаке остановились. Сидеть ждать теперь. Привет, Наташа. Там тент далеко где? Ага, хорошо. Будем ждать. Разъедет, да? Ау. Либо КамАЗ, либо КПРД, без разницы. Тушим свет, да, вставляем воду. Алло, привет, Макс. Режим записи. Да ничего, потихоньку, ты чудом роешь. Не понял. Да? Да, почти все разрешил. Давай я дома буду, позвоню тебе, хорошо? Давай. Так, мы разворачиваемся и по той дороге едем. Зажигалку нашли, да? Есть у меня? Не. Так. Налево. Дело сейчас. Да вот.
Да. Это фрезеровка, нет? А? Фрезеровка, нет? Не-не-не. Федералка туда прямо идет, а мы 90 градусов свернули. Вот мы на шиномонтаж сюда ездили, туда дальше проезжали. Нет, вот я и объясняю, что маленько ориентир был. Пока не поплутаешь сам, вот. А как, это вопрос такой, а как вы, вас туда занесло? Да. Вот магазин Удачный в ту сторону. Удачный. А, вот это? Да, где мы с вами встретились. Я... Прямо. С этим... С Иваном. Он уже дал телефон. Пусть Невингова. И я набрал в навигаторе. И он туда попер меня. Но я уже, думаю, вообще сделал так немного, покрутился. Думаю, встану вот, чтобы никому не мешать. Ну вы прямо знаете, вот до моего подъезда не доехали буквально 10 метров. О как. Я вот на полном серьезе говорю. Судьба. Так, что там такое у нас? Да, это правда судьба. Это вот на 1000 километров он вам попался. На 10 метров. А, камень. Сначала брат. А, ну, потом вы доехали вот практически прям до адреса. Это два. Ну и третье, мы все-таки нашли колесо. Не, я говорю, вот или стечение обстоятельств, или закономерность какая-то. Направо сейчас. Блин, хотел выключить, по глазам ударил человека. Ориентир, теперь смотрите. Если вы проедете. Вот автозапчасти написано. Да. Сейчас покажу. Новые дома. Вот, напоминайте, что тут был ориентир для вас. Все равно в эту сторону поедете. Отсюда, сюда выезжаю на этот, да? На магистраль? Нет, мы едем сейчас вдоль магистрали. Вон там магистраль, вот. Мы едем здесь, а она и так идет. Вот он автомагазин. Ага. Заходите налево и там это прямо. Ясно. И выезжаю на магистраль, и значит справа у меня заправка, нет? Нет. Вы вот запомнили, где магазин? Ну. Ориентир, смотрите, по правой стороне у вас будет раз, два и третья многоэтажка. Ну, я не знаю, сколько этажей. Вот третья многоэтажка, это вам сюда надо. Мы едем, получается, в обратную сторону, как вы поедете. Я просто с утра на работу упру. Я просто, вот, я выезжаю на магистраль, заправка будет. Направо ехать? Да, ну, да, да. Направо, да? Прямо в Магадан. Угу. У меня раньше была такая, ну, не примета, а методика расчета. Ё-моё. Да, дорога не айс. Этот. Сейчас левее берите. Мэр вор или нет? Определял следующим образом. По дороге. Цене бензина и по качеству дороги. Если цена высокая, а качество дороги вот такое, значит, ворюга, которого надо сражать. Сейчас правее. Там дальше яма будет. Вот наших мажоров сюда, которые любят гонять в Москве. Они доехали до сюда. Во-во-во, я это самое, вот, да, сказать, проедешь по
Колыме. Сейчас от начала... чуть правее, вот прям на бровку берите прям. От начала до конца проедешь по Колыме, значит ты водила. Если нет, значит ты не водила. Так, ремкомплект. Шило. Ну там набор, наверное. Ну нет? Спросите набор, нет. Это скажите, чтобы все, чтобы было. И этих жгутов не пожалейте, набора 3-4 возьмите. Угу. Вот я в Кемерово проезжал много раз. Там самый дешевый бензин и очень хорошие дороги. Роман Тулеев, он баллотировался в одно время в президенты, но не прошел. Вот. Я офигел, когда узнал, что Шойгу это вообще это... Прямо-прямо. Дорога. Да уступи знак, а потом направо. Да уж. Вот этот диск 5114,3. Расстояние, да? Да, не ошибки. А у вас 5112. Вот он, ваш ориентир. Да, справа. По полосу там 8-9, наверное, здесь. Сейчас направо. Что? Открывается вот. Альянс 9. Нет, этот автомагазин. С 10. С 10? Да. Я и говорю, что да. После обеда в обед поедете. Ну, мне. После арки налево. Здесь, да? Да. Езжаю до Альянса направо, справа этот, до этого и налево до магистрали, да? Да, выведет, ребята. Тут интернет более-менее есть. На него тоже шибко не надейтесь. Ну, ориентируйтесь, что в ту сторону это у вас магистраль. Вот там. Да, вот вы едете вот в любую сторону, да? Вот, то есть, поедете. Вот, в той стороне у вас магистраль. Yeah. Да и вот так даже поедете. Туда речка, туда магистраль. Все. Если даже блуданете, все равно не ошибетесь. Ну, а на магистрали, значит, беру направление на Магадан, и там будет заправка. Заправляетесь на этой заправке? Я не знаю. Какой заправке? А вам только на этой придется сейчас. О, мои уже спят, офигеть. Так, ну где они здесь ставятся? Ну вот, не выгонят меня никто. Ну вот сюда вот, на мое место. Вот это? Да. Не буду мешать, нет? Да, я думаю, нет. Так, что с меня? Вы о чем? Смотрите, о колесе. Не. Так, ребята, вы меня не позорьте, блин, на самом деле. Вот именно, вы не позорьте нас, а? Ой, блин, вы вообще меня это шок загнали, и колесо нашел, и все это. Я пойду спать. Пойдемте.